Намасте! Тебя приветствует Елена Лакшми из школы индийских классических искусств Лакшми Самарпана. Если ты интересуешься индийским танцем, не знаешь, с чего начать, значит тебе к нам. Мы начинаем серию бесплатных уроков по индийскому классическому танцу в стиле кучипуди. И сегодня я расскажу вам много интересного. Индийский классический танец тем и отличается, например, от Болливуда или от народных танцев, что он следует определенным законам. Так, например, кучипуди следует Натишастре, трактат, который был написан еще до 2 века нашей эры. Сегодня мы раскроем вам тему бумичари. Бумичари – это элементы движения ног по земле. Различают 16 бумичари. Сегодня мы ознакомим вас с четырьмя этими чариями. У каждой чари есть своя шлока на санскрите, которая будет показана на экране, и мы предоставим перевод на русском и английском языке. Я вам сегодня продемонстрирую их основы, как учил меня мой мастер Вемпати Чинасати в Кучипуди Арт Академии, где училась больше 14 лет. В бумичари используется только движение ног. Особое движение рук и мудры будет показано в других видео. И начнем презентацию. Самапада смртасчари Викния стана самшрая. Умидриштейна падена Крутвапьянтарамандалам Пунару цара еданьям стита вартату сасмрита. Ишанангасту чаранам прасарьятала санчарам Удвахита мурах крытва шакатасям прайоджает. Савьесья прыштато вамага чаранасту яда бхавет. Тасьо пасарпанам чейва Викния сардьеттика будхей. Сегодня я ознакомила тебя с первыми бумичари, первыми четырьмя из 16. Танцуй и познавай вместе с нами, и пусть это принесет тебе безграничную радость и здоровье.